Ребят, дорогие мои зрители, всем привет! Вот эта моя пауза продержалась я только сутки. Не могла не выйти, у меня сегодня выходной день, я с утра дома занимаюсь своими домашними постояльцами, так скажем, потому что приехала, у меня есть семья из Харькова появилась. Кстати, у нас в городе в Кропивницком до сих пор спокойно. Более-менее нас ничего не пугает, кроме воздушных тревог. Поэтому в городе видим очень много, я так понимаю, беженцев, потому что машины с разными номерами. Вижу харьковских и киевских, очень много номеров. Помогаем людям как можем, насколько можем. Ребят, что могу сказать на сегодняшний день? Ситуация, смотря в какой области, какая. Есть все хорошо, ребята, наши хлопцы держат оборону, отбивают, а есть даже контрнаступление, гонят эти, хотела сказать, фашистские войска. Вообще-то можно так и сказать, фашистские войска, и я не ошибусь, если их так назову. Ой, Харьков, многострадальный наш Харьков, Сумы и Херсон. Очень все сложно, ребят. Сегодня поступила информация, даже Зеленский говорил, была его речь, послушала. Не знаю, по каким данным, оперативные, может, где-то какая-то разведка работает, но было сказано, что Россия готовится бомбить Одессу. До сих пор Одесса жила более-менее спокойной, мирной жизнью. В Затоке там одно село сбросили пару бомб. Школу разнесли. Особо объекты не выбирают. Да, сейчас тактика у врага поменялась. Если в первые дни еще как-то, да, они старались цивильное население не трогать, гражданских, то сейчас именно в жилых районах все сносят подчистую. Пятиэтажки, двухэтажки, девятиэтажки, школы, больницы. В Киеве Ахмаддет, знаете все, я уверена, украинцы точно знают, детская больница, огромный комплекс, больше его нет. Я уже не говорю про наши все стратегические объекты. Ну и еще маленькая такая информация по моему краю, недалеко от нас, 130, по-моему, километров, находится Южноукраинская атомная электростанция. У меня там работал первый мой супруг. Отец Артура, я знаю хорошо Южноукраинск, мы там были не один раз, молодой совершенно городок, очень много детей, люди работают все на станции, обслуживают реакторы, в общем, российская армия слишком рвется туда, еще и к этой атомной электростанции. Из позитива, что хочется сказать. Я аплодирую стоя и чрезвычайно рада. Информация вчера, я это услышала, уверена, что многие знают уже об этом, что YouTube отключил, да, монетизацию у российских блогеров. Браво, YouTube. MasterCard и Visa Electron тоже отключены, насколько я знаю. А это ударит очень больно. По российскому населению, там маленькая есть оговорочка, если я правильно все понимаю, да, чтобы мы не допускали каких-то ошибок, будем все точно говорить, что пока, ключевое слово пока, ребят, в стране у себя, да, ты можешь рассчитываться этими картами, ну, на выезде где-то, за рубежом где-то, это все не работает, увы и ах. Итак, по поводу блогеров российских, вы мне написали, я только вот сегодня, буквально час назад, смогла почитать ваши комментарии. Еще раз скажу огромное спасибо моим девочкам-модераторам. Девчонки, я бы не знаю вообще, что бы я без вас делала. Спасибо вам, дорогие мои, вы приводите канал в чувство, вы чистите, вы делаете свое дело. Кстати, хочу сказать, без всякой иронии, что это тоже какой-то определенный вклад в нашу победу, чтобы не было грязи нигде. Вот даже на таком маленьком, казалось бы, канале каком-то Анжелики Снежинской. Меня там нацисткой, фашисткой обзывали.
Нет, я патриот своей страны. Патриотизм мой в чем, спросите вы? В том, что я просто люблю свою страну, свой народ, свою землю. Люблю свою родину. Точно так же, как и вы все, дорогие мои зрители, те, которые остались на моем канале, те, которые думают, рассуждают так, как я, те, которые борются, каждый по-своему, за победу над фашистами, над российскими захватчиками во главе с Путлером. Вчера ехали мы на работу, и кто знает, Крапивницкий, есть у нас район такой, Ковалевка по мосту, там бигборды огромнейшие. У нас сейчас по всему городу нет никакой рекламы. Одни плакаты. Пуйло, иди на три буквы. И эти буквы никто не стесняется писать крупным шрифтом. И точно такие же фразы звучат, цитируя русский военный корабль, иди туда-то, на букву Х. Вот такие бигборды у нас по всему городу. Думаю, что и в других городах Украины все то же самое. Ребят, третий раз возвращаюсь, все-таки хочу сказать по поводу отключения монетизации, то есть рекламы у российских блогеров. Слава Богу, Господь услышал, да, наши молитвы, это случилось, народ. Я несказанно рада. Знаете почему? Не потому, что сейчас вот российским зрителям, моим и блогерам, которые ведут эти каналы, которые зарабатывали какие-то деньги и кормили свои семьи. Кстати, есть люди, которые очень приличные, хорошие деньги зарабатывали на Ютубе. Сейчас не будут зарабатывать вообще ничего. Я не злорадствую. Нет, абсолютно. Но я очень надеюсь, что люди, у которых заберут эти заработки, наконец-то задумаются, почему это сделали. Может быть, начнут думать, может быть, все-таки начнут объединяться и открывать рот и говорить о чем-то. Еще я очень надеюсь, ребят, что российские мамы, бабушки, жены тоже начнут включать мозги и начнут задумываться, потому что столько уже информации про пленных вот этих вот русских, которые шли на нашу землю и убивали наших людей. Этой инфы в Ютубе очень много. Она в открытом доступе, хотя хейтеры там кричат, это все фейки, это все фейки, это украинские переодеты, это все брехня, не обманывайте людей. Никакие это не фейки. Их очень много. Там буряты узкоглазые, широколицые сидят. И уже в телефонах родители их показывают, когда они плачут и разговаривают со своей мамой. Это подстроить невозможно. Акцент российский, да, определенного какого-то края. Ты его ни с чем не спутаешь. Так вот, очень большая надежда на российских граждан. Сейчас уже они начинают просыпаться, ребят. Они сейчас начинают что-то понимать, что происходит, что их страна во главе с их вождем, так горячо любимым этим фашистом Путиным, напала просто вероломно на соседствующее государство и убивает людей, мирных граждан. Может быть, вы все все-таки объединитесь, может быть, обращаюсь сейчас к вам, российский зритель, все сплотитесь и хоть как-то покричите, повоздействуйте, уверенно вы докричитесь, почему мы, украинцы, смогли это сделать и в 2014 году. Не нравится президент, убрали к чертовой матери, не нравится власть, меняем. Да, приходят к власти не самое лучшее. Я сейчас не о Зеленском. Это исключение из правила, и думается мне, что это будет герой на все времена, на многие столетия, и войдет он в историю. Пропишется, будет золотой нитью. Ребят, в этом мое твердое убеждение. Я сейчас говорила не о Зеленском. Да, выбирали не тех. Да, были предатели, да, были хапуги, коррупционеры. Да, 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 это все правда. Но у нас есть эта свобода. Мы можем это сделать. И очень большую надежду я полагаю на вас, на российского зрителя моего. Здравомыслящих людей, думающих людей, которые тоже могут объединяться. У вас сила вселенная. У вас очень много. Вы все можете сделать, просто информации у вас правдивой нет. Вы все действительно зазомбированы. Это банальное слово. Откройте уши, откройте глаза, включите мозг, включите наконец-то новости мира, не только свои российские, сплошное вранье. Новости мира, любой страны, послушайте, что происходит.
наконец-то начните думать. Про Эдичку мне там много писали. Ой, Эдичке, давайте откажемся от него, чтобы он не зарабатывал в Ютубе. Ребят, Ютуб все сделал за вас. Очень много блогеров российских уходят с платформы YouTube, потому что заработка вообще 0,1 будет. То есть абсолютно ничего. Я, что касается конкретно Эдички и таких, как Эдички, я очень рада. Может, до него что-то дойдет, может, он тоже начнет думать, тем более родной брат криком кричит, объясняет все, рассказывает. Ну, там лобовая броня 3 пальца, там все сложно. Очень сложно с Эдиком. Ребят, я по-прежнему в строю, я по-прежнему с вами. Я чрезвычайно вам благодарна за то, что вы меня так поддерживаете. Я почитала, я уделила какие-то полчаса времени, я почитала ваши комментарии. Знаю, что модераторы чистят, всю гадость, всю грязь убирают, но вас осталось очень много, очень много. А ради вас я хотя бы, ну вот сейчас, да, в ближайшее время, хотя бы один раз в день я буду выходить обязательно, чтобы не потерять с вами связь. Мы с вами продолжим наше дело. Наш канал будет жить обязательно. Просто сейчас навалилось очень много. Девчонки, поймите по-человечески меня. Я бы сама не против. Но вообще не получается. Нет времени, не высыпаюсь. Всех вас люблю. Уважаю чрезмерно. Кланяюсь вам просто до земли. Нижайший вам всем поклон за одно. За поддержку. Она золотого стоит, дорогого стоит. Дорогие мои, держитесь. Знаю, что наши города, Херсон, Сумы, там просто гуманитарная катастрофа. У людей уже не хватает ни воды, ни еды, ничего нет. И эти суки просто не дают этих зеленых гуманитарных коридоров, запрещают их делать, не разрешают подвозить провизию, еду. Творится что-то невероятное. Но я точно знаю, вы все выстоите. Я точно об этом знаю. Знаете почему? Потому что вы украинцы. Помните об этом всегда. Вы, мы все с вами украинцы. А это звучит гордо. Мы гордые, а значит непобедимы. Я с вами всегда и надолго. До завтра.